передачи на Паунича. Остапкович, не получается у него разогнать быстрое нападение. Руженцев взлетает над кольцом, но здесь понадобилась помощь Левежа. Владение ошибается на сей раз передачу уже Акунперсел, и снова швед. Против него еще один бросок буквально через руки, и швед забивает. Правильно, 10 очков. Швед. Теперь уже идет под кольцо. Классная скидка на периметр. Движение мяча просто замечательно у армейцев. Курбан не получается. Очередная потеря. Швед. Скидка на Уэйра. Каспер через руки забивает. А тут еще и подбор за армейцами в атаке. Швед. Сведение с дриблинга. Отправляет мяч. Точно. Валиваться в корзину. Смотрите, какой здесь шоу-тайм в исполнении ЦСКА. И... 2 плюс 1 в исполнении Самсона Ружа. Если Антон Остапкович сейчас не решится на дальнюю попытку, пытается он обыграть Мартюка 1 в 1, и получается у него это сделать.